Итак, привет, ребят, всем, кто тут пришел. И погнали. Продолжим мою сюжетку Юкихо. И сегодня мы ее и закончим. Впереди Stella Stage Юкихо. Ну что, все готовы? Надеюсь. У вас у всех все замечательно должно быть. Собственно, вперед, Stella Stage. Так. Тут все норм. Так, надо настроить. Хотя катону настроим. Файто. Надеюсь, со звуком все нормально. Это уже 9-й Stella Stage. Не могу дождаться. Это как его на русском? Шоу-тайма, короче. Пожалуйста, имей терпение, это наш сам. Ну, как ты сегодня чувствуешь? Есть ли что-либо, что ты еще не сделал, не подготовился? Да, все хорошо. Девочка полностью готова к этому. Я буду поддерживать всем, чем смогу, чтобы она смогла достичь своей мечты. Понятно. Ну, тогда мой вопрос был довольно глупым. Ну что ж, тогда вперед на сцену. Блин, даже текст стал красивее, как будто. Хорошо, ну тогда время идти. Мы все полагаемся на вас, продюсер-сан. Да не за что. Блин, ребят, реально, ну разница, конечно, огромная. Собственно, да. Новый тюнер действительно делает все. Даже для меня. У кого и так все было более-менее, но теперь еще лучше. Баланс звуков нормальный, я не слишком громкий или тихий. Так, ну что ж, ладно, давайте настроим группу. Итак. Да знаете что, и так нормально. Так, норм, хорошо. А я думаю, ты громкий. Сейчас я буду долбить по стику. Слышно стик или нет? Если он слышно, значит я слишком громкий. Если еле-еле, то значит нормально. Или вот повыше. Слышно. Понял. Вот теперь должно быть нормально. Наверное. Или всегда так было. Ну, как бы иногда, как бы, само собой, от задних шумов не избавиться. Это я должен быть в студии, чтобы не было постороннего звука. Мне что, вернуть обратно звук или как? Бля, определитесь. Сник отмотал. Нет, влево-вправо просто нажимал. Так. Нормально сейчас, хорошо. Возьмем вот это. Так. Т.
Так, так как у нас будет соло с довольно прекрасной песней, возьмем вот этот. Возьмем. Аксессуарчик у меня тут норм. Тут бы я поменял. Вот на это. Хотя у меня стоп есть аксессуар под этот. Да, вот. Короче, я понял. Все, я вернул обратно. Все нормально. Все. Оставим пока что так. Итак, все норм. Файто! Я так нервничаю. Стала стейдж. Я нахожусь в таком месте. Все очень плохо, ребят. Так. Юкихо, это место, которое ты стремилась. Которое ты стремилась завоевать. Так что. Сделай это, возьми себя в руки. Место, к которому я стремилась. Точно. Я старалась изо всех сил, используя все свои способности для того, чтобы дойти до сюда. Я хочу знать. Наверное, будет лучше перефразировать. Я хочу это сделать, завоевать. Я была не способна ни на что. Я уверена, что я до сих пор бесполезна. Но мне все равно интересно, как далеко такая бесполезность, как я, сможет зайти. Да, самооценка у него вообще в говно. Но, тем не менее, я чувствую в тебе дух, мотивацию. Так что вперед, Юкихо. Сначала будет All Star, а потом соло выступление. Да, продюсер, я стану легендой. Я покажу все, на что я способна сегодня. Я пору всех. Давай, Юкихо, мы за тебя болеем. Верно, ребят? Так. Ну, я вижу, что этот разговор наполнил ее силой и оттаял ее напряжение. Я буду поддерживать ее всем, чем смогу. Для того, чтобы она добилась абсолютного успеха.
Так, что у нас там? На новые тюнеры даже острые... Какие зубки. Хибики можно разглянуть. Окей. А он есть? Да. Ну, значит, все хорошо. Так, хорошо. Все прошло прекрасно. Теперь все, что осталось. Соло-выступлению, Юкихо. Соло-парт. Да, соло-выступление. Я боюсь, что я не смогу справиться с этим надлежащим образом, однако... У меня нет выбора, как идти до самого конца, так что я постараюсь. Так. Ну, рад это слышать, Юкихо. Тогда вперед, сделай это. Блин, я не открыл сложность. Ну ладно, и так сойдет. Шикарно. Хорошо, что эта песня вернулась. Так, а теперь... Ну, во-первых, S-ранг. Хибики. Юкихо это сделала. И теперь... На бис. Так. А, прекрасно. Ты слышишь эту огромную поддержку из зала? Я никогда не слышал, чтобы так сильно раньше звали на бис. Да я была удивлена. Легендарным идолом я действительно стала. Тихо. Так. Так, подожди еще немного. Это еще не конец. Тебя ждет зрители, Юкихо. Ты должна показать им, на что способна легендарный идол Юкихо. Да, я постараюсь до самого конца.
сделаю все, буду стараться настолько упорно и ни за что не проиграю этому тупому бису. Окей, это странно прозвучало, но ладно. Прекрасно, прекрасно. Ну чё, как вам, понравилось? Надеюсь, да. Ну, сами понимаете, я не могу нарадоваться за то, что теперь вы можете наслаждаться красотой всей. Так, ну что ж, вперед на ивент, на финал истории Юкико. Итак, Stella Stage закончилась, и на пути назад к дому поздно ночью еще. Я решил. Да, я решил, короче, и, собственно, вечером уже поздно и было, поэтому я решил сопроводить Юкихо до дома. О, сейчас будет. Какой приятный ветерочек. И плюс тут людей почти нету, тут так тихо. Это меня так успокаивает. Продюсер, Продюсер, большое вам спасибо. За то, что, короче, будет со мной. За все, что вы сделали. Спасибо за то, что проводите меня до дома. Ну, я хотел с тобой пройтись, и поэтому хотел, и почему бы тебя не проводить до дома. Что-то там поговорить хотел еще, узнать, как ты себя чувствуешь, как там. Вот оно как.
Но, тем не менее, я больше ни о чем не хочу вас просить. А это Юнара. Има митайна чикао. Курикарамо. Продюсер то сгустай, те край дескида. О, господи. Хотя, если я должна что-то сказать, то насчет того, чтобы и в дальнейшем проводить время, я бы не против, продюсер, чтобы мы провели бы побольше времени вместе. Это на что она намекает, провести время вместе? Ну, я думаю, что, короче, это возможно. Да, чё, что, правда? Даже несмотря на то, что я такая бесполезная, неспособная ни на что, я не знаю, как я должна, как это сказать. Короче, она не может найти саму себя до сих пор именно. Найти свой правильный путь, свою индивидуальность, скажем так. Даже несмотря на это. Но сегодня я хочу вкусить счастье. Можно, продюсер? Вы не против сделать меня счастливой? Конечно. Конечно, Юкихо. Я останусь с тобой сегодня столько, сколько захочешь. Но я еще... Блин, там было что-то насчет ее потери, насчет того, что Юкихо постоянно то ли сбивается с пути, то ли нечто подобное. И даже несмотря на все, типа, фейлы, я буду тебе помогать найти правильный путь. Да блин, помедленнее. Как ты видишь, Юкихо, ты старалась очень усердно, шла вперед и смогла стать и легендарным идолом, так что все зависит от тебя. Так что продолжай усердно стараться и уверен, что ты справишься со всем, Юкихо. Продолжай стараться и все. Так. Но что-то мне кажется, что в этот раз я местами там даже перестаралась, и поэтому, да, терпела очень много неудач по пути. Но тем не менее, это нормально вот так. Короче, методом проб и ошибок. Да, все нормально, Юкихо. Просто пытайся. Пробуй все, и все станет хорошо. Главное, чтобы ты этого хотела и старалась. Продюсер. Ну, тогда, продюсер, я что, не способна ни на что, или я бесполезная, значит, все-таки... Могу все равно справиться с чем-то. Ты такая же бесполезная. Да, но я хотел тебе сказать, что Юкихо, ты просто... Юкихо, да. Ты просто должна идти тем путем, который ты считаешь правильно, и стараться, и выкладываться. Это шутка. Шутка. В чем шутка заключается? А,
Да просто хотелось что-то сказать, что-то пошутить немного. Что это вообще мне не подходит, да? Ну, конечно же... Эх, блин. Ты была прямо как Шика. Ну, простите, я не хотела снова ей пытаться подражать. Да, в конце концов, я действительно ни на что не способна. Пойду выкопаю и закопаюсь где-нибудь. Выкопаю дыру и закопаюсь. Не! Эй, Юкихо, подожди! Не нужно тут ничего рыть, я, блин, прошутил тоже. Да, ладно. Там типа была шутка, но я что-то ее не особо понял. Ну ладно. Спустя какое-то время Юкихо успокоилась, и я извинился перед ней. И потом лишь я и Юкихо провели в спокойствии много времени в парке. Короче, там кусты, наверное, где-то. Ну что, уже вижу, довольно поздновато. Пора до дома дойти. Точнее, пора тебя сопроводить до самого дома. Да, продюсер, большое спасибо. Сегодняшнее проведенное время было действительно просто прекрасным. Оно меня очень сильно осчастливило. Ну, я рад, что такое небольшое время, что я тебе уделил, тебе понравилось. Ладно, пошли. Домой. Кстати, а в какую сторону тебе, Юкихо? Юкихо? Продюсер, перед тем, как... я домой пойду, или пойдем до дома. Есть еще одна вещь, о которой я хотел бы вас спросить или попросить. Вы меня услышите? Это последнее, о чем я хочу вас спросить. Да, конечно, говори, что такое? Так, я уверена, что впереди меня ждет еще много провалов снова. Я уверен, что буду доставлять еще много неприятностей. Однако я буду продолжать стараться всегда изо всех своих сил, поэтому... Ну... Продюсер, будьте, пожалуйста, отныне всегда, всегда рядом со мной, лишь ближе всех. Пожалуйста, позаботьтесь обо мне. Конечно же, я позабочусь о тебе, ты чё? Так. Каким идолом, Юкихо, ты станешь в будущем после всего, что было? Я хочу увидеть. Я хочу дойти до этого момента вместе с тобой.
Так что я продолжу идти с тобой в будущее. Юкихо. Да, отныне, вместе. Продюсер, полагаюсь на вас. Слушайте, это реально походу? Так. В безлюдном парке я с Юкихо проводил, короче, время, ходили там постоянно, короче, прогуливались. Такое чувство, как будто вечность. До тех пор, пока Юкихо будет продолжать идти по пути идола, я продолжу ее поддерживать. Поддерживать своего идола Кагивара Юкихо.
し、まだ迷ってばかりですけど、こんな私でもいいって言ってくれて嬉しかったです。これからも私ずっと頑張り続けますね。悔しさを乗り越えた喜びの笑顔だから、もっと輝きたい、もっと夢叶えたい、シャイシャイニンが可能性が今にあるになって、どんな時も君がいてくれる最高の宝物を増やしてシャイ。Готово. Ну что, ну, неплохо. Но пока что лучшие сюжетки — это у нас Адзуса и Йори. Так, окей, все норм, все норм. Хотя это можно проскипнуть, наверное. 今週は9人目のレジェンドが誕生したね。芸能ニュースでも大きく取り上げられているよ。Хорошо постарался. Ну что ж, на этой неделе родилась пятая, короче, легендарная еда. Во всей индустрии в новостях об этом говорят. 知ってました？うちの事務所、海外でも話題になっているんですよ。レジェンド。А вы знали? Наше обсуждение нашего офиса, как бы сейчас самая горячая тема. Тенд-айдолы цуги-цуги то хайшицу. Нихонно чисана гейно-джимушо га окошита миракл. Один за одним появляется легендарный идол. Это маленькое агентство, самое удалое по всей Японии, скажем так, самое, как бы офигеть не встать. 話題になるのはいいことだが、小さな芸能事務所か。いや、確かに建物は小さいが、この建物も。Да, это, конечно, все эти разговоры, конечно, хорошо, особенно учитывая для, особенно для нашего маленького агентства и все такое. 長年苦楽を共にしてきた仲間なのだよ。そりゃ、ガタが来てるのも否定できない。しかしだね。Ну, а что насчет расширения, но как-то я привык к этому зданию уже за много лет и даже не знаю. Да не, какое расширение, не надо. Но... Президент, мне тоже нравится это агентство, и я не вижу тоже. Не хочу как-то его менять. Я думаю, все остальные точно так же думают. Короче, ей тоже нравится. Да, совершенно точно. Ну, тогда, ладно. Самое важное, чтобы всем все нравилось. Короче, ничего не меняем пока что. Хотя во втором медалмастере там менялись офисы, кстати. Там лишь 3 штуки. Короче. Ну что ж, ладно, продолжение следует. Следующий у нас Яйой.